Турнир умнейших в Иванове прошел Кубок главы города по спортивному «Что, где, когда». В нем приняли участие более 30 команд, причем треть – это гости из соседних городов Ярославля, Коврова, Костромы. Турнир состоял из 3 туров по 12 вопросов. Лидеры определились практически сразу. Почти вровень весь турнир шли ивановцы из команды ИКО и владимирцы из команды «Наобум». В итоге Кубок главы города отправился во Владимир. Ивановская команда ИКО стала второй по итогам турнира и лучшей в ивановском зачете. На третьем месте ивановская команда 42.